По старинному фото напишу портрет в стиле ретро. Ко мне обратился мужчина и поделился своей мечтой запечатлеть в живописи портрет своей мамы. В мои задачи входило сделать в точности, как на фото, но сделать портрет более живым. Я приступил к решению задачи Валаприма. Сделав конструктивный рисунок простым карандашом, стал наносить последующие слои. Для меня всегда волнительно, какое впечатление произведет портрет на заказчика. Но вот долгожданный отзыв. Огромное спасибо художнику из Пензы Андрею Потапову за портрет моей мамы. Вы мастер своего дела. Спасибо вам. Как всегда, мне помогает моя внученька Арина. Вспоминая послевоенный портрет своего дедушки, он всегда вселял в меня чувство безопасности и защищенности. И я вообще захотел писать людей. А вы любите живопись?